Сегодня очень насыщенный день. Помимо двух тренировок со сборной Узбекистана, я буду проводить мастер-класс в центре Ирины Винер для детей, которые сейчас приехали на сборы. Очень приятно, волнительно и торжественное событие, которая всегда остается в памяти, поэтому хочется сказать огромное спасибо центру Ирины Винер, директору Смирновой Елене Олеговне за доверие, прежде всего, за такую возможность поработать с детьми. Я вас очень люблю, уважаю, ценю, и мне безумно нравится центр, он огромный, он шикарный, это лучшая тренировочная база, площадка для детей, это счастье тренироваться в таких условиях, а для меня счастье проводить здесь мастер-класс. Спасибо огромное, всех жду и все новости буду рассказывать, показывать вам тут в течение дня, поэтому будьте сегодня на связи. Рассказываю новости про сборную Узбекистана. На последних онлайн-соревнованиях за мячи мы получили 35,7, а за обручи 29 баллов. Поэтому мы решили переделать упражнение заново. Мы его усложнили, насколько могли, и больше из него как бы не выжить. Поэтому решили составить новое упражнение, более логичное, более быстрое и более дорогое, для того, чтобы наша вторая оценка тоже приближалась к 35 баллам. Сейчас уже неделю мы переделываем и составляем новые связки взаимодействия и переброски, и надеюсь, что сегодня мы его доделаем до конца и начнем тренировать. А 20 декабря планируется еще один, уже третий онлайн-турнир, который будет проводить Российская Федерация, и мы, естественно, будем на них участвовать, выступать, и надеюсь, что мы успеем подготовить нашу программу. Вся постановка упражнений происходит на бумаге, потому что сейчас очень важно как раз математический просчет, чтобы было максимально много и дорого. Вот у нас мячи D1, D3 на 31,8. Будем, конечно. Главный тренер сборной команды Узбекистана в групповых упражнениях Екатерина Александровна Пирожкова. Нет, присела. Теперь назад ухожу с мячиком. Та-та-та-та-та-та-та на живот, на живот. А давай помогу, молодец, давай. И поворот после этого. Давай, давай, давай. Рука, молодец. И живот в себя, напрямую ногу вставай, напрямую. Прямое колено. Поворот. Руки наверх. Так. И назад. Стою. Плечи опусти. И три. Прямая ножка. И поворотик. Руки наверх. Оп. Браво. Молодец. Был мастер-класс, очень шикарно, подарили мне организаторы такую маечку, очень красивая, со стразами, спасибо огромное, было очень приятно, столько детей, столько внимания, и 2 часа в хорошем напряжении, много чего сделали, отпахали по полной программе, всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо за прекрасные цветы, за подарочки. Такой прекрасный заяц от Ванессы. Классно, сейчас посмотрим, что тут. Ой, это подушечка такая шикарная, мягкая, пушистенькая.